Ведь мой видик обещал, если не впадлу, оцени ПЖ. Да, бля, чел, Жожа, мнение эксперта требует. Давай, ты как бы прокомментируешь, что тут происходит. Тут да, очень... ты же главный посыл. Да, так же главное, говори, я много говорил. Не, 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 давай, то, давай, я тебе позволяю. Все, я убираю вебку, давай, поехал. Да, поехал. Жожа, это твой стрим, давай, вживайся, блядь. Давай, Жожа, ебаш. Это мой стрим. Все нажмите на кнопочку на сердечко. Да, блядь, я сказал, видео оцени. Если у вас сердечко серое, нажмите, чтобы оно было фиолетовым. Я это убоим. Оценивай видео. Лина, мафия, один. Изи, один. 1.79. Блядь, Вова. Бля, каравай, кстати, козель любит. Каравай, блядь, не покормили вечером, решил, ну хоть так, блядь, перекус, блядь. Я знаешь, я чувствую. Суп, суп, паёк, блядь. Ой, слабак, нахуй. А я не понимаю. Если хотите, у меня вопрос именно для вас, наш поединок, бля, по правилам, естественно, боксу, бля, с Диманом. Он как Москву, пиздец, брать, вы его видели, нахуй, этого человека, блядь? Я ему, блядь, покажу, как надо, блядь. Ты про кого? Про этого, блядь. Блядь. Как тебе такое делать? Алло, блядь, алло, алло, есть кто-то, Вова, говори, алло, блядь, мне некомфортно. Я у блядь, тебя спрашиваю, как тебе да такая девочка? Да тебе сказали оценивать, блядь. Это, я хотел сказать, как этого зовут, блядь, как его зовут? Дима блядь? Липс, как, или как, Дмитрий как Липс? Бустера зовут, как? Бустера? Я, кстати, Слава, хуй знает. Слава. Кому, блядь? Слава КПС, блядь, ну. Кому Слава, блядь, Слава его зовут? Слава Украине. Это имя, блядь, или что? Да, это имя. Тебе вообще Сергей. А что, у него сейчас мозг поломал, ты что с ним? Слава, блядь. Что за Слава? Имя? Слава, кому, блядь? Украине, нахуй, ёбаный в рот. И героям блядь, соответственно. А, тогда понял, все, давай, стартуй. Бля, не бейте меня, пожалуйста. Опа, блядь. Нихуя, блядь. Чел, ну скажи честно, ты бы чисто, блядь, похопил. Я бы Ариньян, вот единственное, Ариньян, это мое солнце. Пошел нахуй. Не подходи ко мне больше. Ты не можешь показать, ты не можешь встать на стриме. Вот встань сейчас, вот встань. Не буду я вставать. Покажи, блядь, зачем? Покажи тетяшки, блядь, ну просто для красоты. Не буду, я не шлю. Покажись народу, блядь, народу покажись. Я не шлю, я не могу, блядь. Я говорю, а вот Ариньян, вот кто хочет заценить, заходите на зайдите в его инстаграм, можете не подписываться, это нахуй не нужно. Вот зайдите, посмотрите в историях. Истории называются хор. Хор. Не? У вас просто хор, у вас ебло раскрутится, блядь. Бля, ну нормально, можешь посмотреть, как она поет хор. Хотя бы, дядь. Хор. Зайдите в хор, просто зайдите в хор, вы охуеете. Зайди нахуй, зайди нахуй. Все, блядь. Смотрим дальше. Наступило время мастурбации. О, блядь. Смотри, ровесник твой. Пиздец, ему ножи такие кидают. Ладно, пошел нахуй. Механтик вообще классный мальчик. Куда ты лезешь, блядь? Ебать, он дурной, это ж ему давали, нет? Может, там мне такие подарки, блядь, под елку. Так, а ты понял шутку? Он отменил, блядь. Он думал, что слово требует, блядь. Мою шутку никто не понял. У тебя было шутку. Ебучку отлетит, блядь. Здесь приколы старые, я их все видел, блядь. Ой, блядь. Серьезно, такая хуя была? Это старый видос, блядь. О, вернись, мне скучно, Вова! Максим, да, что мы делаем, это вот... Вот и Вова вернулся. Вова! Побесить некого, скучно сразу. Опасно было, блядь. Вова, мне дискомфорт, пожалуйста! Я не понимаю, где он смеется. Владимир! Так там смеется, на видосе. Или это дурка, у меня еще мозг болит. Бля, Жожа сидит, не понимаешь, что происходит, посмотри на него. Вова! Он 12-13. Вова! Он просто в истории отклонился, сидит, ебать, нахуй. Знаете, когда дети маму зовут вот так же. А чего замолчали все? Жожа, ты испугался? Что случилось, блядь? Жожа, а что ты это... Что случилось, блядь, я не понимаю. Жожа, апокалипсис, Жожа, помогай нам. А где Вова-то, блядь? Не было там фразы под ним. Да, я говорю, первый чел, но я к тебе просто сейчас подошел с нагибы, потому что ты в нокаут упал. Ты просто ненормальный. Просто вставай, давай пиздец, реально, это пиздец какой-то. Блядь, единственное, когда Лоха говорит, а половину слов не понимаю, блядь, просто... Как эта хуйня высрает, блядь. Так, и чего? Капец, его колбасит. Во, можно тему задвинуть? Сколько? Поставь на паузу, пожалуйста. Сколько Вики Картер лет? Вики Картер, сколько лет? 30. 30?
Я предлагаю собраться всем твичом и выставить ограничение, что нельзя стримить с 13 лет до там 27, я думаю, вот так вот. Ты что, охуел, что ли, блядь? Ты что, дурак, что ли, блядь? Ну, блядь, ну ты на нее смотришь, вот чисто запах корвалола, блядь, и мыла такого хозяйственного. Я ничего не утверждаю, это лично мое субъективное мнение. Жожа, ты что, дурак, блядь? Что ты несешь, блядь? Да ты что несешь, блядь? Блядь, смотри, такая ситуация сейчас очень забавная. Ты скажи, ты на Твиче за что отлетел? А? На Твиче за что отлетел? Нет, это я ничего не говорю. Не-не-не-не, ну скажи, за что ты отлетел на Твиче? За то же самое. Я попу показал, блядь. Нет! За попу, да, отлетел. Ты отлетел... Викакартер, подожди, не, подожди, Вова, не надо, блядь, ты сейчас начнешь качать. Я говорю, это просто мое предложение, это была шутка и только шутка. Если это было предложение или шутка? Тихо, Миша, подожди. Это было шутка и предложение. Если кого-то это было предложение пошутить, блядь. Если кого-то это оскорбило, прошу прощения. Просто я лично не смотрю слишком возрастных стримеров, просто это, типа, контент не для меня. Ей не 30, чел. Ей не 30, алло. Здесь есть два, ну, Едмина 26, поэтому она попадает. Чего это, блядь? Я говорю, вот я смотрю только Васю. Васю там, может, хардплей иногда, но так, больше-то никого. Вот просто... Вика Картер, шучу, я смотрю, как ты там смотрел. Там что-то интересно было, конечно. Очень интересно, там что ты там показываешь, всегда интересно. Тихворий! Тихо-тихо! На украинском! Перевели на украинскую мою пасту. Тихворий, на! Давай, тихворий, нахуй, люди, давай. Я не вижу, где оно? Я тебя сейчас скопирую, на, ты прочитай, блядь, только. Только на украинском. Да, вот скинул тебе в Дискорд, давай. Вика Картер, извини, прости. Только тут не хворый надо писать. Ну похуй, давай, читай, как написано. Хворая нахуй людина, блядь, взагалі нахуй, ты, блядь, вчишься, да не скидывай, блядь, ломака, ёбаный, блядь. Ты вчишься, блядь, в якийсь нахуй богословні, ти, блядь, вчишся в якійсь православній, блядь, школі, нахуй, і поводишся, як долбойоб. Це якийсь парадокс, блядь. Чи не вставай, помовч, блядь, пообщайся конструктивно, ласка, блядь. Ну я заебався слухати твої виски, ну чесно, блядь. Эмоционально постарался. А ты кому, Миш? Я тебе, блядь! Я тебе кажу, друже, блядь, ты что, нахуй, с глузду въехал? Все, не пукай. Все, тихо, блядь, Жожа, ты комментишь, поехали. Да что я комментирую, видосы смотрю, что ли, блядь? Ты комментатор, блядь, по футболу, давай. Так вот, ну просто... Не, Вика Картер очень красивая, правда, я ничего не говорю. Ясно, блядь, это какая ситуация, блядь. Бля, ебать... А, тихо, заткни ебало. Я в первый раз вижу Ксюшу настолько красивой, блядь. Что с ней не так? Ой, боже, она симпатичная, кстати, блядь. Ксюша, она... вообще, блядь, бомба. Вообще прекрасница. Прекрасная девочка. Это просто, блядь, реально. Ну, Ксюш, ну я правду говорю. Смотрю, не понимаю. Блядь, Жожа так хвалит девочек, как мой дед, блядь. Он заходит в продуктовый. Зайчика, дай мне 200 грамм колбасы. Ну, это просто, блядь, я не знаю. Вообще вся красота. Ты меня называл Зай, капец. А, кошмар! Ты уже другая, моя хорошая. Ты уже другая. Это был не мой дед, честное слово. Просто Ксюша, она реально очень красивая. Посмотрите, какая девочка. Бля, ну пиздец, а что с ней нахуй? Почему она настолько тут красивая? Я не понимаю, блядь. Ну, не знаю, я красится нормально. Хузы. А, она просто здесь накрасилась, еще? Наверное, да? Ну, я же говорю, краситься начала нормально. Наверное, я не знаю. Я думаю, тихо. Марина, это просто наикупейшая стримерша. Вот, правда, вот я видел только на реально... А чё Гинзуха так себе вести стала? Можно Гинзухе предъяву кинуть? Бля, ебать, чё у неё за хуйня на ухе, бля, висит, не понял. Во, можно не... Бля, чисто люстру повесила, блядь, на ухо, нахуй, чё-то выёбывается, блядь, не понял. Плафон, блядь. Можно кое-что... Оно, бля, по-любому, она ещё хлопает, оно, блядь, включается по хлопку, нахуй. О, спасибо. Чё? Ну давай, Жожа, говори. Я кое-что, можно кое-что выявил такое? Короче, я раньше часто общался с Гинцухой, и у меня такая ситуация была, то, что я однажды ее послал нахуй. Но это было так, чисто как-то по-дружески, это был рофл. И я как бы после этой ситуации с ней поссорился. Ну так, я потом извинился перед ней, потому что это ее обидело. Но недавно, вчера, смотрел видос Twitch и ВТФ, и смотрел там, где бустер был, блядь. Он ее раз 6, наверное, нахуй послал. И что-то все нормально было. У меня такой вопросик. Наташа, извини, конечно, Наташа. Блядь, чел, а что, непонятно, извини, нахуй? Извини, конечно, там, Наташа. Там, где 30 кусков онлайна, там и как бы... Бла-бла-бла, очень интересно. Ну, мне просто интересно, Наташа. Здесь уже пошла не дружба. Здесь так, а ты ответ не знаешь, что ли? Что тебе интересно, я не понял. Ну, понятно, это... почему. Все, Даша, не... Давай, смотрим дальше, блядь. Бля, люстра не, отвалилась, чел. Наташа, я тебя люблю, не переживай. Пиздец, падает люстра, пизда, покаримся с землетрясением. Пизда, Наташа. Она адекватная. Пошел нахуй заранее. Ну, типа, даже вот сравнивать это с Гинцухой. Гинцуха это вообще... Бля, пизда нахуй, интернет отрубили, пацаны. Ой-ой-ой, блядь.
Да смешно же, блядь. Шевцов рассказывал историю, когда Хесус задонатил двум гейм, чтобы они отсосали. В зеркало сейчас будет шутка, да, по-моему? Да. Ну скипай. Это смешно было. Бля, да что ж такое-то нахуй? Я себя убрать пытаюсь. Я сидел перед зеркалом и просил заплатить. Что, блядь? Смешно, блядь, да. Блядь, дядь, блядь, смешно. Есть просто видосы, есть нарезка с видосов, блядь, которые были неделю назад, ну типа, пиздец. Блядь. Что там было, блядь? Там чуваку по башке просто скачило. Ой, блядь. Сейчас что-то... Какао. Вот эта девочка ты тоже, кстати, красивая. Не понимаю, почему она с таким мальчиком, ну, блядь. Бывает. Просто в жизни бывают ошибки, мне кажется. Пиздец. Ой, все. Ребят, хочу дать тебя лучшего. Как тебя там, вишенька? А ты что, про меня тоже забыл, да? Ой, блядь. Что-то ну ты быстро переобулся с Дашей. А ты кто, Даш? Блядь, все, пошел. Не, нельзя, дядь, к сожалению. Глаза посмотри, спасибо, Даш.